Вот такой вот домик мы купили в горах. Здесь у нас, как видите, навесы идут, чтобы ничего не капало. Колодец идет. Кстати, вокруг колодца это мы сами выложили камушком все. Здесь у нас мангальная зона. Стол с лавочками сделал сам супруг. Здесь у нас находится большой навес. Как я сказала, везде навесы идут, чтобы на голову не капало. Потому что если здесь идут дожди, то это очень обильные. Ну, вот здесь продолжение дома. Как бы. Это наш участок в горах. Домик наш, дача, как мы называем, пока дача. Это наш второй дом, который мы строим. Очень красивое место, очень все интересно, спокойно. Прекрасный воздух, прекрасные картины вокруг. Обзор дома сделаю позже. И обзор участка в полном, потому что там у нас имеются и виноградники, и прудик, и выход к реке у нас. А за рекой сразу, получается, открываешь калитку, выходишь, речка идет, за речкой сразу еловый лес. Как бы просто прекрасно все.